В чемпионате и первенстве города по легкой атлетике приняли участие почти 7 десятков спортсменов. Во вторник в программе соревнований были прыжок в длину с разбега, бег на 100, 400 метров и 1500, а также эстафета. Результатом доволен, в принципе, неплохо. Готовимся к чемпионату области. Надеюсь, все получится, все, что запланировали. 400-метровку Марина Михайлина пробежала за минуту и 0,3 секунды. Среди парней на этой же дистанции чемпионом города стал Даниил Семенкин. В спринте лучшим оказался Василий Стенгин. Его результат 10,8 секунды. Среди девушек победу одержала Елена Кондрашкина с результатом 12,6 секунды. По итогам первенства у юных спортсменов в спринте победу завоевали Анна Тихомирова с результатом 13,9 секунды и Виктор Дюжий с результатом 11,8 секунды. У нас подрастает хорошее новое поколение. Это Нехожина Юля, Нютин Ярослав, Анатолий Иванович Никулин ряд. Сейчас основная задача нам этих детей не упустить из виду. По результатам городских соревнований лучшие и сильнейшие спортсмены отправятся на чемпионаты первенства области. Соревнования пройдут в Ульяновске 30 июня и 1 июля. Юлия Лаптева, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.